Outlip, Nine Wave, Elite, вот Hardtail. В общем, какая-то тут у нас рама XL. Это у нас Trail Sport. Принесли велосипед. Но не то, что на сборку, а показать, как собрали. Значит, ну, по факту, по размеру рамы вы видите, да, что это не XL. Это обычная там 19 или 20 рама у стелса. Петух от стелса, рама от стелса. То есть это у нас Мерида. Стелс, Мерида, короче. Штерн. То есть вот как хотите. Можете наклеечку оторвать. Будет это у нас либо стелс, либо штерн. Называется это Outlip. Что мы имеем? Мы имеем втулки на шарах, которые у нас не протянуты, не смазаны и хрустят. Соответственно, мы их смазали, протянули, насколько это возможно. Качество втулок, как обычно, хромает. Задняя втулка у нас под кассету. Передняя втулка у нас, ну, под дисковый тормоз. Да? Каретка обычная, под квадрат. Вилочка Centur. Масло травит безбожно. Соответственно, наша задача была обе втулки протянуть, смазать. Перекинуть рубашки и тросики по-другому. Сейчас они вот так вот смотрятся. Мы их не подрезали, потому что будет меняться вынос на более длинный. И руль будет ставиться шире. Будем надеяться, что их хватит. Но мы их не подрезали именно потому, что будет все это увеличиваться. Потому что видите, как седло стоит. То есть человек очень высокий. Седло выше руля. Ему надо руль поднимать. Он сейчас заказал уже вынос и руль. Ждет, когда приедет. По переключателям. Задний микрошифт Мезу. Такой весь он алюминиевый. Алюминиевый. Или это пластик? Нет, вот это алюминий, а это уже все пластмасса. Передний тут ноунейм. Тоже какой-то, скорее всего, микрошифт. Подводка очень интересная. Вот так вот сикось-накось. Тормоза над. Ну, то есть совсем над. И монетки микрошифт. В принципе, все работает, все настраивается. Поправили оба тормозных диска. Обезжирили. Пока велосипед до нас доехал, все колодки в масле. Клиент не просил ничего делать. Вот только втулки смазали, рубашки, тросики перекинули, все настроили. Соответственно, колодки уже с магазина засаленные. Ну и велосипед вот немножечко проехал по грязи. Видите, как забрасывает, сколько грязи на передний переключатель. То есть, в принципе, что сказать про велосипед? Обычный велик. Вот не стоит он своих 35, потому что за 20 можно взять стелс на промах. Это тот же самый стелс, в той же самой ростовке, что и стелс 25. Разницы, мне кажется, вообще никакой нету. Ну, здесь переключатель может быть чуть-чуть поинтересней. За счет вот этой алюминиевой части. Но вот этот пластик, тоже все это неизвестно, сколько будет служить. Кассета Shimano, цепь КМС-ка, передние штуны провил. В принципе, ну, обычная стандартная комплектация. Можно было бы взять стелс 920 или 930 за те же самые деньги, даже дешевле там на 10 тысяч, но там бы втулки были на промах. Вот и все отличие Outlip от других велосипедов.